Всем привет! Меня зовут Эрнест Чуков, и это программа «Суровый выходной». Сегодня мы в поселке Рашкау, а если быть точнее, на базе отдыха «Камбат». Название базы отдыха не случайно. Именно здесь собираются те, кто хочет отдохнуть по-мужски. Мужской отдых ищем и мы, поэтому вперед! А нашим гидом и экскурсоводом сегодня будет Сергей Филоненко. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Что нас ожидает? Ну, сегодня мы пройдем по маршруту номер один, посмотрим лик Божьей Матери, поднимемся на обзорную площадку, гора обзорная называется, пройдем там, у нас есть камень желаний, дерево любви, потом будут элементы альпинизма. Желание и любовь как раз именно то, что нужно мне, поэтому пойдемте. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Вот и пришли. Тут у нас сюда привал на этой полянке и знакомство. Ну еще эта полянка чем такая, ну как бы знаменита, не знаменита, ну скажем так. Есть о чем рассказать. Вот это вот дерево. Вот это? Да. Вот кто скажет, что это за дерево? Не знаю, дерево как дерево. Это уж точно. Это дерево груша. Ну да. На первый взгляд. Вроде да, дикая груша. Вот. Она, знаешь, что? Приезжали биологи, брали грунт, брали, вот видите, надрез. Ну. Брали сок, брали древесину на экспертизу. Ну так они ответа никакого не дали. Знаешь, 2 года она дает яблоки, дичка. 2 года груша, это действительно. И 2 года абсолютно ничего. В этом году были груши. Хм. Дичка. А как такое может быть? Скрещено что-то? Или скрещено, ну скрещивать, я не знаю. Природа сама скрещена. Может быть скрещено, а может быть, ну, факт остается фактом. Вот такие вот деревья здесь растут. Наверняка еще впереди много интересного. Ну, второе тут место это... Сейчас немножко пройдем, я вам покажу. Пойдем. А вот этот лик Божьей Матери с младенцем, выдолбленный в скале, по преданиям местных, сделал несколько лет назад некий мужчина, который страдал алкогольной зависимостью, приехал в поселок и долгое время жил. Со временем он избавился от зависимости своей, приобщился к религии, стал верующим человеком, и в нем открылся дар. Он стал рисовать и делать скульптуры. И перед поездкой домой, перед уходом домой, он, никому не говоря, в течение месяца приходил сюда каждый вечер и молотком и зубилом выдолбил вот эту прекрасную композицию. По его словам, это было на память о нем. Имя его, к сожалению, затерялось в истории, но зато осталось его творение. Посмотрите, как красиво. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Ну вот мы пришли на обзорную поляну, отсюда действительно весь поселок как на ладони. Ну а сзади величественно
простираются горы, покрытые лесами. Все безумно красиво, и лавочка здесь неспроста. В минуты, когда тяжело, наверняка сюда приходят и задумываются о смысле бытия. Подумаю и я. Ну вот мы пришли до камня желаний. По преданию, сюда нужно подойти, приложить руку, загадать желание и положить монетку. Уважаемые друзья, загадывайте желание. У вас есть несколько секунд, и я за вас положу эту монетку. И ваши желания сбудутся. Загадали? Кладем. Ну а так, сама по себе, это горная порода конгломерат. Но если перевести на русский язык, то это лава. Самая настоящая лава, застывшая, которая шла с какого-то вулкана несколько миллионов лет назад и застыла вот здесь. Ну, конечно, это природное чудо. Посмотрите внимательно. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get. А вот дерево любви. Посмотрите, как бук тесно переплетен с другим буком. И вот эти причудливые очертания кому-то показались любовью деревьев. Или деревянной любовью, как правильно сказать. Ну, действительно, если приглядеться, возможно, есть какие-то ассоциации с любовью. Я бы даже сказал, со страстью. Но красиво. А еще существует предание, что если залезть на это дерево и пару минут вот здесь посидеть, то непременно найдешь свою любовь. Ну вот мы вернулись на базу Комбат. Буквально 5-10 минут отдохнем, выпьем крепкого горного чая. И вторая часть наших путешествий туда. А куда именно, вы узнаете, если останетесь с нами. Светел и чист, не подвластен ни грязи, ни ил. Лотос в темном пруду. В
Ваш магазин спорттовары предлагает тренажеры силовые для фитнеса, беговые дорожки, велотренажеры, эллипсоиды, аксессуары для спортивных единоборств. Город Черкесск, улица Балахонова, 24 и Ленина, 179, торговый центр «Поиск», цокольный этаж. Телефон 8-928-385-26-22. Подари своим близким здоровье. Кавказский долгожитель – это не обязательно кавказец или старик. Кавказский долгожитель – это философия молодости, духа и успеха во всем. Даже если ты обелен сединой. А еще кавказский долгожитель – это кисломолочный продукт, который помогает мне оставаться в тонусе и продолжать двигаться к вершинам успеха. После небольшого чаепития мы вновь готовы к приключениям. На сей раз наши приключения будут более суровыми, более сложными. Мы поедем на плато Язык, где я совершу переправу веревочную через каньон. Доехать туда будет сложно, не каждый автомобиль может доехать. Здесь на базе отдыха Комбат представлены, наверное, все возможные виды автомобиля, которые могут проехать по любому бездорожью. Например, я сижу на боевой разведывательной машине десанта, БРДМ. Конечно, она переделанная, но она на ходу. То есть туристов могут довести до любой точки. Еще здесь есть следующие автомобили. Ну, стандартный УАЗик. Вот раритет настоящий. Победа. Здесь каждое 9 мая делают парад своего рода. И эта победа едет первой, а в ней едут ветераны Великой Отечественной войны. Но сегодня нас довезут до плато на вот этом чуде инженерной мысли. Это автомобиль «Монстр». Посмотрите, как он угрожающе выглядит. Собран он из запчастей разных автомобилей. Двигатель стоит из Lexus 240 лошадиных сил, а так база из армейского УАЗика. Но не все так сложно. Здесь мягкие сиденья, то есть все для удобства туристов. Машина спроектирована таким образом, что может довести туристов в любой уголок здешних мест. То есть даже на гору Джинтау. Гора духов высотой 3000 метров, без 10 метров, то есть 2990. Вот эта машина может добраться до этого места без проблем.
Давайте проверим, на что она способна. Это суровый выходной, и мы едем на горный язык. Последние детали системы на мне. Через несколько минут мне предстоит веревочный переход через каньон. Посмотрите, какой он большой. Сколько высота? 20 метров. 20 метров – это примерно… Сколько это будет? Уже 8, наверное, да? Нет. Представьте, что мне предстоит с одной восьмиэтажки перейти на другую девятиэтажку по воздуху и по веревке. Это очень интересно, очень экстремально. Чего уж греха таить, страшно. Небольшой опыт у меня уже есть. Конечно, не с такой высоты. Но ради того, чтобы вам, зрителям, было интересно смотреть эту передачу, я готов пойти не только на это. Вот веревка, вон каньон, а вот я. Догадались? Нужно натянуть ее хорошо, проверить. Ну и второго выходной. Это суровый выходной. Вперед! Просто. Главное правило я усвоил для себя такое. Не смотрите вниз. О, экстрим. Адреналин. И те чувства, что выделяются, стоит. Пробуйте. Друзья,
страшно, но очень увлекательно. Попробуйте, приезжайте. Хотите сюда, на Камбат, хотите в другие места, но попробуйте. Очень классно. Чего ты смеешься, оператор? Сейчас твоя очередь. Посмотрю. Давай. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Следующее испытание для меня нашли. Это спуск со скалы. Скалолазание. Вот по вот этой отвесной скале я пока не вижу края. Зато отчетливо вижу, что внутри, внизу бурлит большая лаба. Глубокая и полноводная. Ну, мне надо пару минут, чтобы настроиться. Так, в принципе, я готов. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. На самом деле, это не такой крутой участок, это было не совсем сложно, но все равно приятно. Всегда приятно с верхотуры посмотреть на красоту природы. Ну, я вам обещаю, что в следующих программах испытания будут посложнее. Ну и на этом еще не все. Продолжайте смотреть нас. Впереди еще интереснее. Итак, друзья, как я обещал, впервые на большом телеэкране тот, кто остается обычно за кадром, тот, чьими глазами вы видите все, что происходит вокруг, а именно мой профессиональный оператор Артур, пытается покорить ущелье. Давайте пожелаем ему удачи. Артур, что ты хочешь сказать? Все отлично будет. Сейчас будет весело. Ну, вперед. Тяжело, я знаю. Ну, расскажи. Офигенное ощущение. Шикарно все прошло. Я Человек-паук. We'll be right back.
Даже здесь, вдали от цивилизации, от людской, не забывают про героя Великой Отечественной войны. Вот здесь, прямо на этом месте, где сейчас стоит памятник от благодарных потомков, стояли две пушки, которые в годы войны защищали всю вот эту местность, защищали это ущелье Большой Лабы от натиска фашистских захватчиков. Эти две пушки со своим расчетом выполнили свою задачу и уехали в музей. А благодарные потомки поставили здесь памятник. Не померкнет в памяти людской подвиг победителей. Солдата, кто прошел дорогой огневой и священный долг исполнил свято. Смотрите, какая красота, какое величие гор. Здесь, на Сосновой поляне, на высоте 1260 метров, сверху видно все многообразие. Посмотрите, какой осенний лес прекрасный, какая палитра цветов. Вон там, за горами, уже архыз. Ну а здесь красота. Жаль, камера все-таки не передает ту красоту, это нужно видеть своими глазами. Приезжайте сюда, не ленитесь, приезжайте. Потратьте один день, и вы получите такое наслаждение, которое не передать словами. Мне нравится моя работа. Суровый выходной. Мы на конечной точке нашего сегодняшнего маршрута, Сосновой поляне. Вы оценили красоту, откуда, какая отсюда высвечивается. Собственно, все. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. За день мы испытали много интересных ощущений и на скале, и переправа, и красота природы. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите нас ровно через неделю в это же время на телеканале «Архыз-24». Будет еще интересней. Берегите себя и отдыхайте на природе. Пока.